Канадская провинция Квебек страдает от ледяных дождей и обильных снегопадов. Под тяжестью осадков ломаются деревья, повреждая линии электропередачи. Непогода оставила без электричества более 135 тысяч местных домохозяйств. Власти призывают жителей провинции быть осторожными на обледеневших дорогах, а авиаперевозчики предупреждают о возможных задержках рейсов. Между тем, синоптики прогнозируют ливни, метель и сильные морозы до минус 48 градусов.